Я как бы научил Сергея. Вот фишка в чем, что вы там где-то говорили в каком-то виде, что там надо отпустить события. Да, в принципе, да. Вот, а я вот пустить не получаю. Человек непроизвольно думает, все равно контролирует. Mm-hmm. Я придумал слова наоборот считать. Я достиг такого мастерства, что я какие-то большие слова начинаю считать. Тогда я отвлекаю мозг. Вот то же самое, что Геннадий Харитонов, он лежит, и рука у него. Mm-hmm. Это что, это мозг надо, который является нашим фильтром. Да? Его надо отвлечь. Какой-то механикой простой работает. Вот. И отвлекая этой механикой, да, наше подсознание начинает это создавать в реальности. Вот. И поэтому, например, мы говорим там, Сереж, там, что там делать, давай какую-нибудь карту. Я просто помешаю, например. Вот я так сейчас продемонстрирую, не знаю, это может не получиться, просто как само упражнение. Вот, например, там, перемешал, давайте, сейчас называйте там любую, значит, сейчас карту еще, не все. Еще раз. Перемешает. Ну, после перемешивания. Что? Говорят, фокусник. Любой карту. Снова. Это не число, а карта. Карта. Валет, Буба. Валет, Буба, да? Ну, там, не знаю, там, 14-й, например, да? Вот, ну, для этого мы сейчас перемешаем. Вот надо, например, перемешивать. Например, мы хотим, чтобы он был каким-нибудь, например, 12-й, 14-й. Валет, Буба, да? Ну, например, слово там кукуруза. Кукуруза. Азур уху. Вот я пока произносил, я не контролирую руки, не думаю. Или, например, там пальто от лап. Да? И вот так несколько раз отвлечься, и мы, я забыл об этом. И там ее находим, там, ну, не знаю. Наверное, вряд ли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Примерно, да? Я сказал 14, но примерно. Нет, неправильно. Ну вот, да, вот такая как бы технология. Пописал, говорю, какой пописал? Говорю, вот карта сама перемешала, сама назначала, сама достала, сама. Тогда, говорит, этого не может быть. То есть мозг обязательно найдет оправдание, что этого не будет. Или постарается забыть как можно быстрее об этом. Выключить, как сон, мы помним 5 минут после сна, проснулись, а потом раз и забыли. Так и здесь, вот в виде реакции, в виде блок стоит, такой четкий. Забыть, этого не может быть. И вот этот блок, он и мешает людям. Вот. Поэтому вера такая штука интересная. Видите, в основе любых аксиом лежит вера. Да, что такое аксиома там? Это значит, что между двумя точками это может довести до прямого. Аксиома – это то, что принимается без доказательств на веру. И вообще, Харитонов сказал интересную штуку, существует три вида энергии психической. Говорит, вы люди называете это вера, надежда, любовь. Глубокий смысл. Есть энергия. Где она одна? Энергия веры. Вера дает к самой себе, она как раз изменяет. А надежда, это если человек нет цели, это еще у Павлова есть работа такая интересная, у него был доклад, ну, Павлов физиолог, по-моему, в 1918 году, «Рефлекс цели» называется, небольшой доклад, и все две странички. И он там пишет о том, что неважно, какая у человека цель. Там, кто-то может мир менять, там, революционером быть, кто-то может филателистом, кто-то в горы там ходить. Вот. Но пока, говорит, есть эта цель, вот, она дает силу, как раз, дает энергию, можно мир перевернуть. А если цели нет, это причина для самоубийства. Вот, цели нет, нет энергии, депрессия. Вот, в основе любой депрессии лежит отсутствие вот этой вот такой-то цели. Человек разуверился, не верит в себя во что-то еще. Вот этот момент очень важен. И поэтому вера, вот что мы сейчас делаем с верой. То, что я показал там. И поэтому вот с мирами, конечно, там дела. С мирами интересно. С мирами получается как с диапазонами радиостанции, да? Ну, если подъявить. Ну, да, если лично. То есть, сколько сознания можно переключать, фиксированно диапазон? Ну, это так же. Вот я вот просто спортом занимался много. Я там кандидат мастера по тяжелой атлетике был. Я до сих пор занимаюсь. А это как техника. Вот у меня своя техника подъема. Ну, что, по поводу другая. Вот, чтобы перейти в другой мир, я должен другую технику, как у него. Это очень трудно. Здесь все свои привычки, грубо говоря, сделать вот именно поднимательно так, как другой. Вот. Получится, это надо либо мозг тренировать, тоже приложение создавать, либо права, вот эти рут права получить. Каким-то. Поднял предмет вверх, без использования, допустим, каких-то потоков и так далее, с выходом сумасшедшие какие-то там пространства, да, поднял, передвинул.
Проблема в том, что если использовать внешний частотник, да, ну, внешнюю настройку, то задействован весь мозг, а нам надо определенная зональность. И почему ездят гуру? Потому что вот у этого гуру, например, работает левитация, когда включена здесь часть, и они каждая на своей частоте. И через подстройки, вот мы разговариваем, мы сейчас находимся примерно в одинаковом режиме торможения. Да? Угу. Мы далеко не в бета-ритме сейчас сидим. Да? То есть мы сидим в каком-то трансовом состоянии, и если его сейчас заикарить, то это будет какое-то среднее состояние, которое нам комфортно. Угу. Если мы сядем там с Владимиром вдвоем, будем заниматься только картами, и дальше кинуть якорек вот только на эти карты, то я сниму его состояние, у меня тоже рядом с ним будет все получаться. Почему будет получаться? Потому что у него это базовое состояние, угу. И у него вот эти точки в мозге включены, и они же у меня включены. Точка доступа. Точка доступа, да. Коннект произошел, и так все. И есть, да. И это тут через личное общение. Так я про это говорю, что два резонатора. То есть он говорит про два резонатора как раз. То есть воздействует двумя. То есть поймать точку резонанса. Не одну точку резонанса, а две. Получается, что, допустим, два полушария. В контакте говорится, что мозг ваш ответ на все вопросы. То есть он и ключ, и тормоз. Является ключом и тормозом. Если вы поймете, как он работает, значит, соответственно, вы сможете остановить ядерный реактор, грубо говоря, путем силы мысли. Поэтому здесь и важно, чтобы не было психотропов, чтобы здесь не было никаких резонаторов, а человек дошел до этого сам. И сделал себе якорные точки. Впечатлен мыслью, которая в беседе была сказана, что у вас такие возможности. Что вы можете одну мысль запустить, я говорю, вы можете его остановить. Вот он как на теме. Я не подвинулся, я просто хочу, чтобы вот к этому мы говорили, что есть влияние на мой пример, очки поднялись там, что-то еще, это одно. Практического значения это почти не имеет у нас. И есть на микромеры, поступки людей, складывание событий, это более интересно и меньше энергии даже нужно. Вот, потому что есть даже такая притча уже.